Как наше предприятие? Хорошо. В наши тайные лечебницы обращается все больше желающих. Они больше не боятся псов, Мен? Думаю, неизлечимые болезни страшат их больше. В таком случае я рассчитываю на увеличение доходов. Ты и так забираешь у нас 80% заработка. А кроме того, помогаю тебе находить малины, где ты укрываешь своих. Дела! Наверное, пора кое-что прояснить, чародейка. Самое время. Мы с моими людьми справимся и без магов. А вот маги без нашей помощи — это зверье для ловчих из храмовой стражи. Кого я вижу? Геральт? Здравствуй, Трис. Я вижу, вы знакомы. Я вижу, вы очень хорошо знакомы. Мне было интересно, сможешь ли ты сюда добраться, ведьмак? Твои шпионы донесли тебе, что я ищу гнилую рощу? Если бы я не держал руку на пульсе, рыбы давно бы жили в моих глазницах. Кроме того, гнилая роща — обидное прозвище для нашего пристанища. Интересно, как ты назвал бы этот притон? Кабы знать. Может, сад свободы? Для человека, который собирает дань с нищих и воров, ты весьма романтичен. Ты называешь это данью, а я налогами. Для тебя это воры, а для меня работники. Видишь ли, ведьмак, у меня есть очень серьезные планы. Далеко идущие планы по обустройству этого города. Может, тебе стать городским советником? Городской совет — это марионетки на ниточках, за которые дергает иерарх Вечного Огня. А в последнее время еще и родовит со своими охотниками за колдуньями подергивает. Мнимая власть меня не интересует. Да ты мудрец. Когда-нибудь так называемый вольный город Новиград действительно станет вольным городом. Чтобы это получилось, здесь нужно изжить предрассудки. Трындёж про святость Вечного Огня хорош для детей. Видно, не только для них. Во время казни вся толпа ликовала. Чернь всегда любила смрад паленого человеческого мяса. Но когда-нибудь люди поймут, что Вечный Огонь нужен только за тем, чтобы держать их в руках. Это место называют Гнилой Рощей. А прогнил сам Новиград. Добро пожаловать в последний оплот благоразумия. Я рад, что человек вроде тебя попал в наш город. Потому что однажды он станет нашим, Геральт. Попомни мои слова. Вашим? Ну, скажем так, моим и моих друзей. Но это уже совсем другая история. А сейчас я оставляю вас одних, потому что вижу, что именно этого вам и нужно. У меня масса дел в городе. Я с удовольствием к тебе присоединюсь. Что у тебя с ним за уговор? Он тебя использует? Скорее помогает мне выжить. Если бы полгода тому назад мне сказали, что Трис Меригольд пойдет на службу Новиградскому королю нищих, я бы не поверил. Полгода тому назад Трис Меригольд рассталась с близким человеком и должна была начинать все сначала. Все вышло не так, как я мечтала. Идем, посмотришь, как выглядит моя жизнь. Госпожа чародейка, вы прекрасны, как всегда. Жаль расставаться. Я скоро вернусь. Я так понимаю, ты в Новиграде по важным делам? Более чем важным. Я кое-кого ищу. И кого же? Девушку, которая мне как дочь. Она? Здесь? Это невозможно. Есть доказательства. Я надеялся, ты что-то знаешь.
Ты здесь уже довольно давно. Помоги мне найти хоть какой-то след, хоть что-нибудь. Я сделаю все, что смогу. Надо подумать. Кто может что-нибудь знать?